внесены изменения в национальный календарь профилактических прививок. Обязательной вакцинации и ревакцинации против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет и взрослые до 35 лет включительно. Не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках. Кроме того, увеличен возрастной порог для определенных категорий граждан, относящихся к группам риска. Сейчас некоторые отдельные категории граждан подлежат вакцинации и после 36 лет, с 36 до 55 лет, те лица, у которых нет прививки против кори, нет сведения о прививке, или они привиты однократно, не болевшие, или не имеющие сведения о прививках, должны быть привиты дважды. Это работники медицинских организаций, работники образовательных организаций, работники в сфере торговли, транспорта и работники вахтового метода. Напомним, в конце 2013 года в Губкинском наблюдалась вспышка кори. Лабораторно подтверждено было 16 случаев заболевания. Из них 3 случая среди взрослого населения, а остальные среди детей. Общее количество контактных лиц составило более 500 человек, в том числе детей в дошкольных учреждениях. По информации городской больницы, в 2016 году однократной вакцинации против кори подлежит более 200 человек взрослого городского населения в возрасте от 36 до 55 лет, относящихся к группам риска. Еще более 200 человек подлежат ревакцинации.